И мы начинаем выпуск с информации федерального масштаба. Сегодня в Подмосковье грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом. По предварительной версии, 6 человек погибли, 30 пострадали. Раненых за медицинской помощью доставляют в Москву вертолетами. С рельсов сошли 13 вагонов товарного поезда, зацепив 3 вагона пассажирского состава, следовавшего из Москвы в Кишинев. Пользователи социальной сети сообщают с места событий, что пути в данный момент перекрыты, движение пригородных поездов остановлено. В данный момент рассматриваются 3 основные версии катастрофы. Это ненадлежащее состояние подвижного состава грузового поезда, ненадлежащее состояние железнодорожной пути в месте катастрофы и третье нарушение в действиях члена локомотивной бригады.